Всем привет, друзья, с вами Кастрелёв, уже новый видос, собственно, сегодня у нас новый обзор Мадоу, в принципе, так, как-то так, я хотел занять сериал, но, в принципе, что-то лень снимать его, это очень все случилось слишком долго, соответственно, у нас сегодня мод на 3D оружие, как компот, собственно, компот использует такой же мод, соответственно, я не знаю, ли вы знали, но я сам только недавно узнал, в принципе, это все выглядит как-то вот так вот, собственно, откил мы имеем оружие, друзья, собственно, нужно скачивать два файла, в принципе, первый файл, это, собственно, на сами оружие и второй файл на броню, друзья. Да, здесь еще предусмотрено на броня. Ну, такие вот космонагрудники всякие, знаете, вот, смотрите, сейчас мы их оденем все. Вот, солнечный шлем, здесь еще есть космошлем. В принципе, довольно-таки все прикольно выглядит. Вот, то есть, вот такой вот я, в принципе. Соответственно, у меня почему-то какой-то баг или что, я не знаю, почему-то у меня не работает это оружие. Давайте вот протестим даже, что это такое? Что это за моб, друзья? Это лисица, что ли, она что-то... Что она белая, не помню. Что это вообще? Короче, вот, видите, у меня не работает этот мод. Ну да ладно, я надеюсь, он у вас будет работать. Если он у вас тоже не будет работать, тогда, не знаю, напиши в комментариях там что-то. Соответственно, значит, это, наверное, такой мод какой-то. Ну, не знаю. Других ютуберов я смотрел на обзоры. То есть он работал, типа, у меня не особо. Типа, ну, он просто не стреляет. Соответственно, у нас имеется вот такой вот револьвер, в принципе. Соответственно, М4. Вот, она, конечно, довольно-таки кривая эта текстура у нее, ну ладно. Дальше у нас АКР-очка, собственно, АКМ. Вот, то есть он у меня тоже не стреляет. То есть вот если нажать на Shift, соответственно, вы приседаете. У нас медлительность 3. Ну, это, типа, знаете, чтобы вот так вот было удобнее целиться. Дальше у нас, соответственно, Gold револьвер. Я сразу вспомнил почему-то Gold School, но это не то, друзья. Короче, вот, револьвер, соответственно, у нас есть обычный револьвер и есть золотой револьвер. Соответственно, именно этот, собственно, револьвер, ну, как бы использует компот в видосиках своих, то есть я там видел у него, да. Соответственно, именно этот мод. Дальше у нас Laser Guns, соответственно, это лазерное оружие, но оно у меня тоже не работает, друзья, вот. Я не знаю, с чем это связано, то есть, ну, вообще. Ну да ладно. В принципе, дальше, что у нас здесь имеется? Дальше у нас имеются, соответственно, всякие патрончики вот такие вот. И вот такие вот, соответственно, вещи. Собственно, пистон ама, АКМ ама, М4 ама, батарей. Дальше, соответственно, свинец, потом уран, потом олово. В принципе, чё? В принципе, все. Вот такие вот вещи. Давайте даже это все протестим. То есть все, что у нас еще есть. Вот самый низ листаем. А, смотрите, друзья, здесь еще у нас есть лом и боевой нож, друзья, интересно. Это довольно-таки интересно. Что еще? Ну, даже тут броня всякая, я думаю, броню вы потом сами посмотрите. Соответственно, лом. Так, у меня не отображается. А, нет, вот он отображает. Подождите, что это с ним вообще такое? А, понимаю, за текстуру ушел. И боевой нож, он у меня тоже не отображается. А, он вообще большой, друзья. Ну, друзья, этот мод вообще предназначен, типа, для версии 1.17, но я играю на 1.18.2, в принципе. Именно, наверное, поэтому он не работает полностью. То есть, а так он типа должен работать. Если у вас там 1.17, тогда у вас он будет работать. Соответственно, дальше смотрите, что я нашел. Давайте тоже вообще просто посмотрим. Тут у нас лом. Тут у нас больше ничего интересного такого нету. Смотрите, что я нашел. Джетпак, джамппак и очки ночного видения. Давайте протестим их. Так, подождите. С ним для начала бронь. И оденем очки ночного зрения. Так, подождите, что, не одеваются, что ли? Так, подождите, как они работают? А, не одеваются, это же просто текстура. Походу, создатель мода нас обманул, поскольку... Что, очки ночного зрения это... Ага, понял, короче, друзья. Окей, они не работают. Дальше у нас джампак. Как он работает? Не понимаю, как он работает. Подождите, если это на выживание? Если это все посмотреть на выживание. Переключиться на выживание, соответственно. Ничего не работает. Интересно. Пак тоже не работает. Интересно, почему же мне. А, вот, смотрите, я взял его в эту руку. А как им пользоваться, друзья? Но он берется в левую руку. Это значит, что он уже как бы частично работает. По идее, нужно нажимать типа пробел, чтобы лететь. Но ничего не происходит. Скорее всего, реально паленая какая-то вещь. Так, очки ночного зрения, соответственно. Не знаю, не вижу разницы, в принципе. Вот, то есть, ну, как бы вот, как бы было. Или же, подождите, или же реально работает. Смотрите, нужно по водяной тьме понять. Нет, друзья, не работает. Соответственно, дальше. Джамппак.
То есть я прыгаю так же. По идее, джампак, он должен, типа, увеличивать прыжок. Ну, да. Короче, замод кривой, но, в принципе, чисто по фанесу поиграть можно. Типа, для, там, не знаю, сериальчика какого-то. Чисто так, друзья, поиграть, да, можно. Кстати, вот эта вот броня, она дает нам полный комплект защиты, как алмазная броня. Даже, наверное, лучше. В принципе, как-то так, собственно. С вами прощаюсь. Две ссылочки в описании. Скачивайте, собственно. Первая ссылка — это будет на мод, ну, соответственно, на оружие. И вторая ссылка — на броню. В принципе, все очень понятно. И как-то так. Короче, с вами был Костыль. До новых встреч. Увидимся. Пока. Пока, друзья. Сейчас я вот специально для вас в прямом эфире утоплюсь в воде. Вот здесь, вот видите, тут вот так вот. Красота. Красота. Ого. Перегоны. Кто же быстрее, я, либо же Снежок. Опа. Мы одновременно, все, мы крутые, да.